Мэрия Абакана всю проектную документацию давно сделала и бьет тревогу. У них меньше полутора месяцев, чтобы провести торги и заключить контракты с подрядчиками. Протокол о том, что федерация дает бонус к 2019 году, подписал премьер-министр Медведев. На 230 миллионов абаканская администрация сделает капремонт дорожного полотна улицы Пушкина от кольца Некрасова до Жукова. Проезжая часть напавших коммунаров станет просторной четырехполосной. Дорожники сделают освещение, пешеходные зоны и систему водоотведения.